Добрый день. Сегодня 16 ноября 2022 года. Ну что ж, помните, я буквально вчера говорил про то, что никаких новостей в городе нет, что все скучно, и сглазил, можно сказать. Вечером все вышло из-под контроля. Вот, полетели ракеты. И вы видите, что уже сегодня мы сидим без света. Отключили свет вчера где-то, наверное, 12 ночи. Включили сегодня, по-моему, в 7 утра. То есть всю ночь света не было. Потом он был где-то часа 3. Вот, и опять его отключили. Лифты не работают, воды нет. Видите, мы спускаемся. Вот так вот пешком, мы подниматься будем пешком, судя по всему. Потому что лифты, я думаю, работать не будут сегодня. А живем мы достаточно высоко. Ну как достаточно высоко? Вчера была самая длинная тревога за всю историю этого конфликта. Вот. 6 часов длилась эта вся история. Не знаю. Я просто в это время не ходил в магазин. Вот как люди, которые пришли в магазин, как они с этим справлялись с собой. Потому что вышел, ждешь, что она скоро закончится, а она все не заканчивается, эта тревога. Вот. Сегодня в Одессе ничего вроде не летало, но взрыв один был. Но самое интересное, что взрыв, как оказалось, это был газ, бытовой газ на черемушках бахнул. Ну, слышно было прям очень хорошо, и подумали, что прилет. Нет, не прилет, а бытовой газ. Ну вот, вкратце, что мы сейчас имеем. Можно записать очень длинное видео, пока спускаешься. Потому что я засекал где-то спускаться минут 7. Таким вот свободным шагом. Мы решили дома не сидеть в темноте. Да, решили, вот видите, набрали корма. Сейчас пойдем кормить котов. Ну и сеять вечное доброе. Кстати, наш кот, фараон бедолага, по-моему, после этого взрыва забрался под диван и не вылазит. Как мы не пытались оттуда изъять. Гаденыш сидит и сидит уже несколько часов. А, вон они бегут. Ребятушки. Красавчики. Ну, привет. Маленькие. Нюхают. Ребята хрустят. Маленькие. Кошачий патруль в деле. Сейчас будем еще искать котов. Устроим сафари. Вот. Что сказать про ощущения по поводу вот того, что все отключили, ничего нет. Ну, такие, конечно, не очень приятные. Сейчас еще не холодно, ну, вот особо, поэтому куда ни шло. В холод не знаю, что это будет. С другой стороны, конечно, вот мы обрадовались с девушкой, что наконец-то мы сможем сэкономить на воде, на водичке, на электричестве. Можно наконец-то смывать уже один раз в день. Все нечистоты, представьте, можно накопить и вечерком, так сказать, смыть. Это же прям, я не знаю, для бюджета семейного шикарное дело. Зачем смывать столько раз в течение дня, если можно разочек вечером? Так что я думаю, что нормально, сэкономим, платежка будет поменьше в конце месяца. Так что хорошо. Котикам вот питание купим. Наэкономим, да. Можно вот еще вот думаем, надо накачать будет фильмов каких-то на планшет. Чтобы смотреть, что на проекторе уже не посмотришь. Ну, как-то так. Не знаю. Надо всегда искать, наверное, какие-то плюсы. Видите, я и моя девушка. Мы ищем котов. А ищем, ну, не в Аркадии, не на трассе здоровья, а во дворах. Потому что здесь они менее избалованные и обкормленные. Еще есть корма,
для малышей. Вот сели возле пряной хаты. Мою девушку здесь уже все узнают. Она настоящий кофейный наркоман. 13 градусов, видите, показывает термометр. Здороваются, я захожу. Добрый день, все. Она мне только буквально вчера говорила, что ли, позавчера. Надо заканчивать, завязывать с кофе. Я каждый день уже его пью. И вот опять меня потащило сюда. Вот. Ну, день, грубо говоря, только начинается. Вот начался он на такой минорной ноте, без света, без воды. Посмотрим, что будет дальше. Я обязательно дам вам знать, если что-то будет интересное. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что подписываетесь на Telegram. Очень легко меня найти. Препод от Бога. Просто вводите в поиски и все. И будет вам счастье. Ну и спасибо спонсорам, что вы есть. Если кто хочет стать спонсором, welcome. Мне будет очень приятно. Купим котам еще. Да, ну, кофе, да, моей девушке. Или котам купим корма. Всего хорошего, до нового видео, до свидания.